next one for Pete. The light on the scale when I'm not around. Йо, ребят, всем привет, добро пожаловать на новый ролик. Это Лиза, я Даулет. И сегодня... И сегодняшний ролик вы просто не имеете... Ой, вы просто не можете пройти мимо, потому что он настолько душевный, пройдут только равнодушные. В общем, по всему Казахстану действует один очень крутой и добрый проект «Женыс». Его суть в том, чтобы помогать одиноким пожилым людям, которые нуждаются как раз-таки в материальной помощи и в моральной помощи. Да. Так что, ребят, сейчас мы пройдемся по бабулечкам, дедулечкам, и вы увидите. Вон там, кстати, наши продукторы предоставили нам тот самый проект «Женыс». Сейчас мы отнесем эти продукты двум бабушкам. В пакетиках. Я сейчас делаю такой мини-обзор. Ясно, видно, да? Так, подходи. Сюда. Блин, на. Так, у нас... А, нет, это не тот пакет. Это не тот пакет. Так, у нас тут тушенка есть. В общем, все есть. Даже печенюшки всякие, мука, чай, масло. Это же два масла. В принципе, все есть, что нужно именно... Чтоб покушать, именно насытиться. Так что, ребят, все, погнали. Скорее начнем. Нас бабулечки заждались. Все, поехали. В общем, в проекте «Женыс» есть уже те волонтеры, которые давно им занимаются, и они нам с Даулетом рассказывали сегодня очень интересные истории. Например, однажды два волонтера пришли к бабушке, и в этот момент оказалось, что бабушке было в квартире очень плохо, она не могла им открыть дверь, потому что у нее было прединфарктное состояние. Она через дверь сказала им, что ей плохо. Плохо. Есть волонтеры, которые уже давно занимаются проектом «Женыс», и сегодня они нам с Даулетом рассказывали разные истории, связанные с этим проектом. Например, одна из них, как-то два мальчика пришли к бабушке, и она не могла открыть им дверь, потому что была в прединфарктном состоянии. Она через дверь говорила ребятам, что ей плохо, и в итоге мальчики вызвали ей скорую, вызвали пожарных, которые... Ну, пришлось сломать дверь, и они спасли жизнь бабушки. То есть так случилось, что они оказались в нужное время, в нужном месте и спасли одну жизнь. По-моему, это очень здорово. Собственно, мы уже пришли к этому дому. Большинство вообще бабушек не открывают двери, боятся аферистов, потому что это частое явление. Но их понять, в принципе, можно. Их очень часто обманывают. Ну, собственно, все. Поехали. Мы уже пришли, кстати. Я уже второй раз, да, говорю. Короче, мы уже пришли. Сейчас уже идем к бабушке. Сказали, она дома. Вроде бы дома. Так что сейчас проверим. Дома нет, и поэтому, скорее всего, мы сейчас оставим пакет соседям, и потом они передадут ей. В общем, мы подошли ко второй бабушке, к Закии Григорьевне, и, надеюсь, она дома и откроет нам дверь. Ой, мамочка, мальчик. Ой, чуть-чуть можно прикрыть, а то... Это вам продукты. Какими мешками. Да, это вам продукты. Что-то там много. Да, это вам продукты. Все вам. С проекта «Женыс». Помогаем ветеранам труда. Ой, ладно, мне тут до Нового года еще и на следующий год хватит. Давайте. Кушайте обязательно. Вот сюда. Где-то вот тут вот. Вот, вот видишь, вот она опять заела у меня там. Сейчас я вам постараюсь. Вот заеда.
я вот этой палочкой двигаю с собакой, что она там. Хорошо, сейчас все сделаю. Ой, сейчас, сейчас, подожди. Вот целое пробожение. Все, 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 давайте я сейчас сделаю. Ой, да что ж такое-то? Можете отдохнуть пока. Тихонечко, ага, ты высокий. Вот, вот там, что-то в конце справа, ага. Ой, Аллах. Что она там заедает? Убрать эти лишние. Вот одна без крепочки вообще. Во! А как ее сделать-то вот? А она все. Ой. Она у вас не будет. Не будет больше? Нет, нет, не вот будет. Вот хорошо. А на этой, на левой. На левой? Давайте тоже посмотрю. Ну-ка, сейчас. Ага. Ой, Аллах. Ага. Тихо. Ага. Ну-ка, это вроде бы. Вот тут вот где пустое, вот. Там нету скрипочки, да? Вот тут вот две подряд, ага. Как ее нельзя там другую дать? А вот она прицепилась. Ой, Аллах. Вот. Прямо проблемы целые. Во, прицепите вот так вот, чтобы она. Все. Опайки. А тут еще одна. Во, ага. Ой, Аллах. Ой, что делается. Это вы уже, Лиза, вы уже ходите ко дню. Пожилых поздравляете, да ведь? Нет, это мы просто так помогаем. Просто так. Это. А как вы узнали, что вот тут-то бабулька такая? А у нас есть специальная организация, где есть Даулет, база. Вот, Рахмет, ведь. Может быть, еще чем-нибудь поможет. Ой, пока, Лиза, все. Даулет, вы из Жаратабаса. О, вы казахский язык даже знаете. Что вам показать-то? Ой, давайте. Вот прочитай-ка, Лиза, что тут написано? Даулет, на, прочитай-ка. Вот что? Стальной профиль. Не-не-не, а вот тут вот. Зоя Григорьевна. Зоя Григорьевна. Ага, не говори. Ага, от работников партийного комитета. Кормедкомбината. Да? Ага. А дата? 85-го года. 15 октября 85-го года. Во, Нурсултан Абишевич писал. И вот мне в честь его вот эту вот книгу подарили. И тут вот что? Ой, я сейчас вот. Думаете, бабулька просто так? Простая такая бабулька. А вот это я в Совете ветеранов. Вот опайка сидит. Mm-hmm. Вот. Совет ветеранов. А какой почерк-то, красиво. Лиза? Да. 15. Юбилей. Ой, это юбилей участника Великой Отечественной войны Таранец Федор Петрович. 15 марта 15 года. Да. Бабулечка здесь, вот юбилей его. Mm-hmm. Вот председательша Совета ветеранов Нина Семеновна, Клавдия Павловна, я и вот... Маша сидит, она последняя поступила. Видишь, Даулет, как я сколько лет, да. И всех их помню. Помните. Так, подожди, это очень хорошо. Это да. Что? Открытка. Начальница. Какой начальница? Это вам, походу. Кто ты меня тут так это не поняла? Какую начальницу? Потому что не поняла, что это? Что это? Это кто-то поздравлял? Да. Мне подписали. Да, это вам, походу. Пусть комплименты звучат в вашу честь, аплодисментами их подкрепим. Очень порадовать вас мы хотим. Да сюда надо вот 10-рублевую эту штучку прицепить. Так, это, подожди-ка. Это. А еще-то у меня что есть? Вот это да. Лиза, надо же похвастаться. Да. А здесь уже имя-то... Уже натуральное, майонное имя. У вас очень красивое имя. Уж, конечно. Да, и очень необычное. Да, я первый раз слышу. Даулет, вот смотри-ка. А это что тут у меня? Это удостоверение. А вот это-то что мне дали? Это от милиции. За активное участие в охране общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Вот, у меня этот Каирбеков подписался, меня отправляли в Астану. Ну, это, что это, как на конференцию? Что это было-то, как оно называется? На концерт. Подожди, это что? На экспо? Во-во-во-во-во. На экспо вас отправляли. Я написала, думаю, что это, что за начальник ты? Каирбеков, а дату не поставила, раз даты нету, это не... Есть дата, 23 июня. Вот, так это уже... 23 июня, 17 год. И еще у меня, Даулет, даже удостоверение есть, что я член департамента внутренних дел. Оу. Подожди, ничего. Сейчас достану.
Вот, член, вот смотри, ноябрь 64-го года. А еще кандидатами же год ходили. Ага. Ну, хоть 64-го года, 55 лет стажу. Видишь, вот? Да, вижу. И вот, ОПЭК, вот какая была. И тут вот моя подпись, вот в смысле, я сама собирала пар взносы, где З. Смирнова. Это, сейчас. Вот видишь моя подпись? Да. Зе Смирнова. Вот я в заводоуправлении, когда работала, она в Султана Бишевича на машинке печатала. Вот, подожди, это партбилет. Вот, а сейчас еще милицейское удостоверение. Чучек. Ух ты ж. Так, сейчас это вот и голубая повязка где-то там лежит, такая широкая. А сейчас вот. Ой, Алла. А сейчас вот где-то удостоверение. Вот полиция, вот, смотри. Прочитай, что написано. Департамент внутренних дел Карагандинской области. Не Темиртау, а Карагандинской. Никому ничего не говорю, не показываю, ничего. Так хоть здорово, перед вами хвастаюсь. Видишь, вот это... Это вы ваша фотография? Это да? Моя фотография. Что-то за машинкой сижу. В редакции газеты работала с Хигай Петр Васильевич. Сказали, что ко дню пожилых мы вас поощрим. Ты не порви до лета. Мы вас поощрим 20 тысяч пенсий. Отбрось. Да, значит, я вот обычно с таким не шучу. Ой, Лиза, я вас задержала. Тут вот и это. Завтра пол буду протирать. Ладно, пятница. Может быть, мы сейчас? Не. Вы что, я вас и так задерживаю. Вы не задерживаете, все в порядке. До свидания. Не забывайте кушать. Да. Спасибо. Спасибо. Все. В общем, мы только что вышли от бабушки Закия Григорьевна. Я не знаю, как можно быть равнодушным человеком и не навещать одиноких бабушек. Им так не хватает внимания. И вы видели, насколько она щедрая, насколько она общительная. В общем, я бы, если честно, каждый день ходила к бабушкам. Да, это довольно жестоко, когда свои же дети, внуки, правнуки не навещают своих мам, бабушек. Прабабушек. Прабабушек, да. Людям в таком возрасте часто нужна забота, нужна поддержка, общение. И вот этот проект, он помогает. Хотя бы внимание, хотя бы, не знаю, в неделю два раза. Желательно, конечно, почаще заходить, но хотя бы уделять какое-то внимание. Вот. Любите своих бабушек, любите своих мам, любите всех своих родственников. Ни про кого не забывайте, цените семью. В общем, всем любви, всем добра. Да. Берегите своих близких. До встречи. Пока.